Какими двигателями комплектуется автомобиль? Линейка двигателей осталась неизменной. Это 1.6 дизель, 2 литра и 2,5 литра бензиновые агрегаты мощностью 144 и 171 лошадиные силы соответственно. Что касается комплектации и цен на обновленный Nissan X-Trail, то в среднем, мы сейчас скажем вам рублевые цены, в России это от 1,5 миллионов в базовой комплектации до 2 230 000 рублей в самой топовой комплектации. То есть в переводе на доллары это в районе 30 тысяч долларов, 33 тысяч долларов в самой топовой комплектации. В этом автомобиле есть абсолютно все, что нужно городскому жителю, но он также не чужд выехать на бездорожье, что мы и во время этого теста показали на штатных дорожных шинах летних на 19-м типоразмере. Автомобиль показывает очень неплохие результаты на легком бездорожье. Среди основных категорий покупателей мы можем назвать как и молодые семьи, так и люди более старшего поколения, которые ценят практичность и комфорт. А с внедрением таких изменений, как обновленный перед, обновленная задняя часть, новые опции, мы надеемся, что автомобиль завоюет еще и более молодых покупателей. В целом он рассчитан на достаточно широкую категорию водителей. Хочется отметить, что автомобиль стал еще более технологичным и еще более инновационным. И для нас это, пожалуй, один из основных аспектов, потому что у нас сейчас активно продвигается концепция Intelligent Mobility. Вот есть некоторые опции, которые мы внедрили в этом новом поколении, ну, вернее, в рестайлинге этого поколения. Это интеллектуальная система остановки перед препятствием, Front Emergency Braking. Это система мониторинга слепых зон при езде задним ходом и ассистент при езде задним ходом Rear Cross Traffic Alert. Это новый, более агрессивный дизайн автомобиля с более выразительным бампером, с новой интеллектуальной оптикой, также с новой решеткой радиатора и с тем же самым радаром Front Emergency Braking, который теперь скрывается за эмблемой автомобиля под стеклом. Вот. Есть еще одна фишка интеллектуальная – это система открывания багажника при помощи кик-сенсора. То есть вы можете теперь четырьмя способами открыть багажник. Это из салона, на ключе, пинком, соответственно, под бампер и кнопка из багажника уже непосредственно с задней двери. Еще мы можем сказать о том, что у обновленной модели появились новые колеса 19-е, новый типоразмер. И также новый дизайн дисков 18-19. Ну а в салоне мы порадуем наших потребителей обновлениями, такими как полностью новый руль с подогревом иной формы и подогревом заднего дивана, причем как спинки, так и подушки. Касаемо моих впечатлений о том, как изменился автомобиль, на мой взгляд, в целом, я считаю, что это очень большой шаг. И для меня, как для представителя марки, достаточно важно то, что автомобиль стал намного более комфортным и намного более управляемым, чем дорестайлинговая версия. При этом на это было затрачено достаточно скромное количество и финансов, и гораздо больше усилий и работы наших инженеров. То есть автомобиль, на мой взгляд, стал намного более послушным, намного более остро реагирующим на руль и намного более комфортабельным на непростых дорогах. И да, вы правы, именно вот на непростых дорогах и в целом на разных совершенно покрытиях мы автомобиль здесь тестировали, и он везде, на мой взгляд, определенно на голову выше дорестайлинговой модели.